Куда да, идете? Куда бежите? Куда? Нас там уже не вмещаемся. Здесь как-то тесновато. Побегали, рукава не пришили. И спальня душу вынаю. Марина, заметьте, чтобы пришили рукава везде. Любого цвета. Сейчас мещутся, одеться надо. Вот как уперлись и без рукава. Так и... Ты ж только времени было, я же говорил. Где Николай? Видишь, рукава пришейте всем. Бегают за рукавами. Я сколько говорю, не прищут. Ни под каким видом. Упорный народ такой. Посмотри, сколько маяты создается из-за рукавов. Ну пришейте, пришейте, говорю. Все дела отставьте, пришейте рукава. Одеваются как, ну любые цвета, посмотри, что она не написана, она сама не знает, ультра разная. Ну пришей рукава. Целые мешки материи лежит, не пришьют. Противные какие. Ты где далек от меня? Ну-ка поближе. Господи, слава тебе. Боже всемогущий, благодарим тебя. Милости твоей полна земля. Хвала тебе. Научи нас удивляться милосердию Твоему, что не покарал за грехи, долготерпеливый, многомилостивый, Создатель наш, хвала Тебе. Дивна милость Твоя и в этот день, от скольких опасностей Ты избавил нас. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Руки не надо опускать. Вот сюда вот поклонись. Но поклон сделать, перекрестись и поклонись. Вот так. Руку не надо опускать. Вот прошла буря в субботу. Я посмотрел, и где она, что навредила, само собой. А деревья сломала там, где практически никто не живет. У нас ветлину сломала, она в стороне, дом не задела. Рядом сломала березку, заметьте, ветлина, береза. Дальше. Там за Глушковыми тополь, третий тополь. Клен сломала там, где корова. Рядом, которые были... Деревья, ни одно дерево не повредилось. Это что? Какая милость Божия. Ни на крышу не упало, ничего. Шифер просто так срывало. Стойте спокойно. После обеда никаких работ без моего разрешения. Надо, не надо, не нарушайте наш порядок. После обеда идут занятия. Дальше гляжу, выходит народ. Я в окно гляжу и... Что куда пошел народ? Купаться вроде бы не так жарко. И гляжу, разделились парами. Теперь догадался. Ливия идет играть на пианино туда. Или совета пошла к воробашам. То есть все поделено, все чин-чинарем. И такое место оставлять. У нас прибыль сегодня. Так, выйди-ка сюда. Познакомимся. Как тебя звать? Нестор. Сколько лет тебе? 11. Так. Какой класс перешел? В пятый. Какая отметка у тебя? Какие отметки? Ну, 5-4. 5-4. Это вот уехал у нас Ваня Дробот, он Фрося, это из одного гнезда они. Ну, еще представлять, остальных-то вы его узнаете. Вот какой он есть, он такой всегда. Его печальным не увидите, чтобы он согнулся там, сопел или в чашке там что-то. И нету, он метет все. Не поймешь, то ли в рот, то ли за уши кидаешь. Ему у меня, когда было нужно что-то где-то делать, и брать, я всегда брал его с собой. Активность. За любое дело берется смело. Руководитель, вот у нас была Софья уехала, вот. Но это вместе их сводить нельзя. Потому что оба будут биться за главенство, и тут тогда неприятности могут быть. Ну вот такое дело. Ему дано как бы это. Надо хорошо учиться, чтобы быть руководителем. Все везде запоминай. Смотри. Руку нигде не суй. Я видел такого активного, то палец ему отрезал, а то еще что-нибудь. Береги себя. Жалко, что Инапа не привез. А что? А она после колледжа хотела на работу устроиться. Ну, устроиться зимой. Ей надо здоровье поправить. Это курорт настоящий. Ты глянь, как будет. Это почему в обуви опять? И заметь, как залезли. Залезли и тихоря стоят. После еды вечером, только тогда ноги мыть и обуваться.
Слышали? Так, я хотел спросить, Никита, как вы обошлись ночью без горшка? Ну, только рано утром вышли на дом. А, плохо дело. Где ведро-то вот? Там. Возьми это ведро, я сегодня это ведро даю не ради кого-то, а ради Коли. Коля, иди сюда. Да. У него особый день сегодня, он со мной работал вообще отчаянно. Значит, ведро вернуть. И туда ты больше мимо не будешь ходить? Не знаю. А? Не знаю. Не знаешь. Ну тогда пока ходи туда. Я думал, если ты уже твердо это понял, тогда только сюда ходить. Лопату можно было взять. Ты каждый раз туда ходил? Да. Ну вот, я тебе хотел сегодня освободить, как праздник сделать тебе. Ну, я думаю, он правда говорит, что... Так может быть, будешь правильно ходить? Ну, наверное. Да. Еще делать? Помиловать. Помиловать? Конечно. Да. Ну и одного не пускать. Когда он пойдет, чтобы кто-то сзади стоял на часах с палочкой. По-китайски. По пяткам. Ладно. Давайте, познакомились. После обеда прошло время, сколько приходит Серафима за Тарой. Тару всегда отдавать нужно. Она давала ягоды. А мы не знали, чья. Мне на день рождения. Я отдал сюда. Никакой Тары я не знаю. Если мне отдельно что-то дают, я даже Надежда Васильевна через стенку, я всегда сначала стой, вывалил, отдал. Тары не затаривайтесь. Зачем нам это нужно? Вон он полетел, разбойник. Ох, за ним ласточки как. Соколок. Сел там, не мог утащить голубя. Угу. Сколько голубей потеряли. Зачем? Вы знаете, сообщение пришло МЧС, что 4, 5, 6 будут сильные дожди с градом и сильный ветер, 25 метров в секунду. Ну, будьте внимательны. Чему ты все объясняешь-то? Тебе охота опять качать всю ночь вот воду или еще? Ну, чтобы знали, что ветер сильный будет. Да нам какая разница-то, сильный, не сильный? Что, мы в море, что ли? Это человек в море, когда там надо куда, скорее в порты заходить, в гавань. За мол, за этот мол где-то, ограждает где-то. А мы какая нам разница? Ну не сильнее, чем было в субботу-то. Сильнее. Так, запомни, что сказала. Сильнее. Но сейчас берите гвозди в зубы и начинайте шифер приколачивать. И с обратной стороны гвозди загибать. Если начнется срываться, Никита, выбери время как-то там пустить. Ветер с той стороны. Роза ветров такая здесь. И там шифер крайний еще пробей, чтобы не сорвало. Прямо сейчас же сразу. Это она знает все, бабка эта. Как бы ты не выходи на улицу, чтобы тебя не унесло. И все, за обед. Давайте. Да, четвертый сегодня. Завтра в Алтайском крае написано будет это, а будет ли в Потеряевке, вот это неизвестно. Не сказали. Ну, на улице. С возвращением только. Тебе еще не принес. Разговоры прекратили. Аминь. Платочки у всех? Смотрите, в одном месте, чтобы не знаю, как приехать. Второй потом давай. Так, сдвигайся. Места нету отдельного. Не, сейчас выйдем. А девушки, позанавишь всегда. Смотрите, муж. Лишнее. А? Я говорю, полное молчание. Подставляй руку. Стоп, это тебе. Это вам. Все, держи ушку.
Две трети. Аришка, Аришка. Абсолютно, без рукава за стол не садитесь. Нет, мы одеваем рукава. Одеваем. Пишите рукава. Чесночок будете? Будет. Я сейчас там все пишу. Чесночок будет совсем чуть-чуть. Посоединяйте себе, когда будете. Много чеснока не давайте, он желудок портит. Еще. Обработать. Или она на стекло налетела, или что? Тебе второго.